Быть здоровым – модно. Впервые Крым присоединился к этой всероссийской акции. В День защитника Отечества в 7 городах России прошли спортивные состязания. Более 1000 участников приветствовали друг друга в режиме телемоста. А кульминацией праздника стало одновременное обливание холодной водой. Даже дождь не помешал молодежи Симферополя достойно представить республику. Как ощущения? Молодец! Закаляться – это здорово! За здоровье, за Россию! Тюмень, Ульяновск, Орел, Владимир, Курган, Архангельск, Улан-Удэ и теперь Симферополь. Принять участие мог любой желающий от 5 лет и старше. Цель одна – популяризировать здоровый образ жизни. Здоровое общество, духовно обогащенное общество – это залог развития и процветания нашей страны. А спорт – это объединяющая, сплачивающая сила, которая дает возможность нашему обществу быть здоровым.